Всем привет, друзья! Вы на канале Shadwell Игровые Миры, меня зовут Дмитрий, и мы продолжаем играть «Дожить до рассвета». В прошлой части мы остановились вот-вот возле этих ворот, которые закрыл маньяк со своего пульта управления. Сейчас я попробую их открыть. Эй! Заперто! Кто это сделал? Что-то тут очень-очень мутное сегодня творится. Охренеть, кто-то закрыл ворота от метрового забора. Мэтт, мать твою, тут перелазить через забор 2 секунды. Неужели нельзя перемахнуть через этот забор? Конечно же нельзя, мы же в американском ужастике. Здесь всегда делается все через другие места, но никак не через простые. Естественно, мы не можем перелезть через этот забор, и нам придется идти, наверное, в другую сторону. Я, правда, не знаю, где мы. Наверное, мы пришли к особняку. Но из-за вот такой проблемы мы попасть в него не можем. Тут, конечно, забор надо было строить выше. Ну что ж, давайте посмотрим еще характеристики Мэтта. Криса он вообще почему-то не любит. Майка вообще ненавидит. Ну, естественно, он же крутит с Эмили. А так вообще все в порядке. Следуйте по тропе, ведущей к станции канатной дороги. Да. Нам нужно добраться к канатной дороге. Собственно, смотрим на улики. Улик практически нет, кроме этих двух. Новая информация. На фото было только 12 шахтеров. Да, на фото было 12 шахтеров, а карточек в психушке было 30. Вот, загогулина. Где еще 18 шахтеров? И было ли 18? Было ли их 30? Возможно, всего-то спускалось 12, а вытащили 30. Я думаю, друзья, с ними кто-то выполз еще. Карточек табельного учета было 30 штук. Вот и я о том же. 12 шахтеров, а вытащили на 18 больше. Вот в чем странности. Так, здесь тоже ничего. Тотемы у нас все те же. Давайте еще раз посмотрим предупреждение. Так, это неинтересно, это мы уже давно прошли. Вот, первое предупреждение, нельзя нажимать на зажигалку. Второе предупреждение, не смотри вверх. Также есть наставление, которое я постоянно забываю. Все, с волком решено. Вот это я также не понял. Как... С пальцами решено, спичка решено. И утрата друга, вот это важно. Так, кто-то укусит кого-то. И этот кто-то какой-то мутант. Наверное, тот самый, который украл Джесс. Это мы уже обошли. Эшли выжила. Это мне не ясно. Кто-то без челюсти упал. Надо быть внимательным. Кто-то сгорел. Как бы это был не Майк. Ну, тотем удачи мне совсем непонятны, поэтому пойдем дальше. Здравствуй, Эмили. Неужели Джош погиб? Неужели он умер? А что, если они ошиблись? Что? Может, надо было заглянуть в сарай, чтобы убедиться? Не знаю. Есть вещи, которые увидишь и потом никогда не развидишь. Да, наверное, но что-то необходимо увидеть своими глазами. Лучше поверю на слово. Так, мы пришли на станцию канатной дороги. Не пойму, зачем, правда? И почему у нас за спиной закрылась дверь? Неужели нас маньяк попросту отсюда выбросил? Чтобы мы ему не мешали? Не знаю, сейчас будем разбираться. Так, я вижу на куче что-то. Что-то, возможно, полезное. Надеюсь, тотем. Нет, это банка краски. Даже не высохло. Кстати, свежей краски. Это даже не улика, непонятно вообще, зачем тогда эта вещь здесь нужна. О, друзья, я вижу тотем. Не знаю, брал я его ли в прошлый раз, раз мы у канатной дороги. Ну, посмотрим. Может быть и брал, а может быть и нет. Опа-на. Друзья, не хочу быть голословным. Ну, по-моему, Мэтт увидел себя. Да, друзья, это Мэтт.
Мэтт может упасть с высоты и нахер разбиться. Поэтому, когда мы будем на высоте, ни в коем случае не делать резких движений. Ну что ж, еще один тотем смерти мы нашли. И надеюсь, он нам поможет. Мэтт, мать твою, будь начеку. Три раза подумай, прежде чем что-то делать. Так, я думаю, вряд ли нам... Смотри, топор. Топор, это хорошо. Кто-то отпустит отсюда. Есть топор, есть приоткрытое окно. Но не знаю, туда мне не предлагают забраться. А вот топор взять я могу. Найдена улика, это одна из улик. Ох, ну что такое, тут заперто! Ну что смотришь, ломай дверь! Да ты что, начнем ломать дверь, маньяк услышит. У тебя есть идеи получше? Нету. А если... Смотри! Что? Окно! Отлично, Мэтт, я как раз могу просунуть в эту щель свою помаду. Не, серьезно? Ты туда не протиснешься, здоровяк. Помочь пролезть или разбить дверь. То есть я могу туда засунуть Эмили, я могу попробовать разбить дверь и тем самым привлечь маньяка. Ну так, а если маньяк внутри? Топор-то здесь не зря находится. Эмили зарежут. Хоть Эмили и стерва, но я не хочу ей смерти. Давайте попробуем разбить дверь. Маньяк придет, мы его ладно. Топором зарубим. Наверное. Сейчас. Как? Просто руби! Давай. Потише можно бить, нет? Так, что-то не поддается дверка. Хорошо, что она деревянная. И еще раз, есть. Да, в принципе, в такую вьюгу маньяк и не услышит, конечно, если он не рядом. А вот Эмили могла пострадать. Замечательно. Черт. Что случилось? Что за бред? Мы же были тут пару часов назад, это сделали только что. Что здесь вообще творится? Наверняка это тот чувак, который добрался до Криса и Эши и Джоша. Он знал, что это единственный путь назад. Не пугай меня. Ты посмотри, где теперь вагончик. Но это не так уж и далеко, да? Ты сможешь допрыгнуть? Я, конечно, крут, но не настолько. Хотя, почём. Но, Мэтт, если допрыгнуть, ты не сможешь. Что делать? Я не знаю. Охренеть. После увиденного тотема... Он тут прям в клочья разнес. Мэтту вообще двигаться нельзя. Что делает? Что самое интересное, звук топора маньяк мог услышать, а включенный свет он не увидит. Свет, по-моему, быстрее привлечет внимание. И проблем у нас будет больше. Кто-то тут от души постарался. Ну и разгром. Тут и так все на ладан дышало, а теперь тем более. Так, давайте посмотрим на улику, пока мы еще живы и... Мэтт еще никуда не прыгал. А похоже придется. Да, вот появился обновленный... А, вот топор, который пропал, друзья. Помните? Мэтт и Эмили нашли топор, он был у станции канатной дороги. Тот самый топор с особняка. Он пришел с топором сюда и разрушил нахрен канатную станцию. А здесь из двери станции фуникулера торчит топор, и раньше его тут точно не было. Ну, понятно. Вопросов нет. Там я вижу слова поддержки нашим ребятам. Умри, умри. Умрите, скоты. Ну, что-то наверняка можно сделать. Давайте посмотрим я сначала слушаю. Надписи. Тут столько хлама, ну что-то же может пригодиться. Дай, дай. Очень мило. Не в моем вкусе. Но я думаю, друзья, это не кровь, это краска. Та самая краска, которую мы нашли слева. Нас просто кто-то хочет запугать, мне кажется. Ну, Джоша, конечно, запугали насмерть. И Джесс, наверное, тоже, которая провалилась в колодец. А вот что с остальными-то делать? Карта есть. И... Санаториум, это психушка, где сейчас находится Майк в самом верху. Справа какая-то локационная, радиолокационная вышка. Тропа рейнджеров.
канатная дорога, а налево я не могу посмотреть, потому что не дают. Смотри, пожарная вышка. Эй, Магеллан, может нам все-таки запустить фуникулер и отчалить, а? Вариант. Если фуникулер ходит до пожарной вышки, это правильно, логически. Если загорится лес, то должен быть еще какой-то выход отсюда, верно? И... ух ты, что-то на полу. Или мне кажется? Друзья, что-то на полу? Что это горит? Блин, я из-за Эмили ни хрена не вижу. Что-то на полу, под ногами у них горит. Почему я не могу это взять? Что это такое вообще? А, это не на полу, мать его, это на управление. Ну, потяни что-нибудь. Мэтт, ну ты какой-то неуверенный. Отлично. Без ключей не уехать. Так что мы опять ни с чем. Есть же еще пожарная вышка, помнишь, на той карте? Ну, можно попробовать. Может, там есть радиостанция или телефон, что-то должно быть. Да, наверное. Нам нужна радиосвязь. Ну да, нам нужна рация, в принципе. Фуникулер туда не ходит, видимо. Найдем радиостанцию, позовем на помощь. Кто-то должен услышать наш сигнал. О, смотри-ка, кто-то учится играть по правилам. А? Каким правилам? Правило 1. Эмили всегда права. Правило 2. Что бы ни происходило, Эмили всегда права. Ну-ну. Эмилиум, это топор. Я бы на твоем месте потише себя вел. Да, то мои фантазии. Фуникулер туда, конечно же, не ходит на пожарную вышку. И поэтому нам придется чесать. О, погоди. Что ты делаешь вообще? И что ты задумала? Пытаюсь вытащить нас отсюда, тупица. Убить тебя, Мэтт. Ты у нас упадешь. Тебя... по тотему. Она пошла первая. Смельчак просто. Естественно, нужно идти за связью, так как оставаться здесь вообще нельзя, тем более с этими всякими маньяками. Посмотри-ка, что я нашла. Возьмем с собой. Ну да, конечно. Кто-то положил фонарь прямо в снегу, на окраине. Мэтт, мать твою, я тебя контролирую. Я сейчас держу джойстик всеми возможными способами. Жива? Ага. И едва успел нажать кнопку. Спасибо, может, тебе лучше пойти первым, подстраховать меня? Да, я тоже так думаю. Так, ну Эмили, я не знаю, может, мы спасли ее уже. Будешь должна. Так, ладно, сейчас. О, мать его. Почти, почти. Мать что-то его. Не смотри вниз. Мне самому дурно уже, я не могу смотреть вниз. Слава богу, что все закончилось. Вот уж точно. Интересно, куда мы выбрались? Мне непонятна карта этого, этой местности. Мы сейчас на тропу какую-то... Да, мы на тропу какую-то попали. И я вижу еще один тотем. Ну, будем готовы ко всему. Кого еще у нас здесь прибьют и как? Ракетница. Тотем наставления. Мне дали ракетницу в руки. Давайте-ка посмотрим. Это тотем наставления, выбор, который предстоит мне сделать. Найденном этом рядом с верхней станцией. Еще раз пропустил, пока читал. Ну и что? Зачем мне ракетница-то, мать его? Ладно, разберемся. Это сейчас, наверное, наверху нас ждет какой-то выбор. Мы сейчас идем по тропе рейнджера. Эту карту... А если оно не работает? Что? Ну, радио. Работает. Но... если вдруг нет, что будем делать? Может, нам просто спуститься? Спуститься куда? С горы. Ты это серьезно? А что такого? Она же, типа, не в небе парит. Ха, без разницы, там же нифига не видно. Ну, может, и не придется. Думаю.
Думаешь, этот психопат утром возьмет и убежит? Нет. Но может найти укромное местечко, затаиться, переждать. А утром уже будем думать, что делать дальше. Если только не в доме прятаться. Он ожидает, что туда мы и пойдем. А ничего, что вас там друзей режут. А вы будете местечко искать. Вон Майкл и Джесс уже нашли местечко. Джесс погибла, а Майк в психушке сгорел. Или не сгорел, не знаю, что с ним. Бочки взорвались, ну не знаю, надеюсь, он выжил, потому что у меня еще тотем один связан с ним, когда он зажигал зажигалку. Тавтология получается. Так, тропа рейнджера заканчивается. Как здесь все настроено-то опасно. Невероятно все опасно настроено. Никем не контролируется. Нет ни службы, которая проверяет все эти балки деревянные, тем более деревянные, что там гнить-то. Я вижу еще один тотем. Ну просто зашибись. Еще один тотемчик. Интересно, к чему он относится. Так, это был Эшли и Крис. Эшли впустила Криса в какое-то здание. Можно, наверное, смело его впускать, да? Да. Там кто-то закричал за ними. Второй тотем это... Стоп, второй тотем... Это не Майк. Второй тотем... Это Мэтт возле двери остался. А этот тотем удачи... Все-таки это Джесс. Друзья, Джесс, мне кажется, выживет. Ну что ж, шикарно. Здесь мы выбрались. Сейчас посмотрим, что находится слева. Может быть, какая-то еще улика завалялась. Да, друзья, здесь есть сарайчик. Хотя, может, туда не стоит ходить. Может, сейчас я делаю большущую ошибку? Охренеть, я что-то нашел. Карта? Ого, это телефон Бет. Я думал, копы тут все обыскали. Нихера себе, друзья. А его, похоже, не нашли. Вы знаете, что это за место? Это место из пролога, где Бет... Ее сестра бежали от маньяка. Они бежали через это место, телефон Бет упал здесь. Копы его ни хера не нашли. Связан он с близнецами, кстати. Бет никогда не расставалась со своим телефоном. Видимо, в ту злополучную ночь она здесь проходила. Она пробегала здесь. А бежали они-то, собственно, отсюда, да? А, все. Назад нас не пускают. Ну и правильно делают. Хотя там проход был прямо к особняку, и, судя по всему, недалеко. Блин, а сейчас мы выйдем к тому самому обрыву. Я теперь узнаю местность. Здесь мы они пробегали и вышли на тот самый обрыв, где, собственно, и разбились. И Мэтт, собственно, идет к такой кончине медленно и уверенно, как я вижу, да? Какая луна. Бесподобно просто. Вот здесь они разбились, кстати, где стоит Эмили. Сейчас я посмотрю, как всегда, углы. И вижу тотем. Хотя это тотем, который я подобрал, да, только что. Да. Просто заблудился я в трех соснах. Он нам уже ничего не хочет показывать. Еще налево сходим. Да, не дают нам сходить налево полноценно. Эмили мешает. И вот здесь... Что они себе думают? Здесь погибла Бет и Ханна. Вы что, с ума сошли? Это тот самый тупик. Эм, тут нужно осторожней. Да, Мэтт, я бы предпочла провести вечер, не сорвавшись с обледенелой скалы прямо в пропасть. Не поняла, куда идти. Я не понял, куда идти.
Так, мы тут плохо, что ли? Мэтт, что это? Так, зверь какой-то приближает. Мутант, наверное, тот, блин. Опа, лоси, друзья. Господи, в тотеме были. В тотеме были лоси. И их много. Ну, что будем делать? У нас была уже встреча с собаками. Тогда нас спасло ничего не делание, кстати, друзья. Охереть. Так, сейчас мы посмотрим тотем с лосью. А пока понаблюдаем за Хайден Панетьери, которую никто не убивает, никто не режет. О, почти. Я его и не увидел сзади. Охереть. Ну, видимо, маньяку она пока не нужна. Эй! Ребят! Что вы там делаете? Пугать пришли. Так... И вот, наконец-то, мы играем за Сэм. Не прошло и 5 глав. Так. Сейчас главное не уронить полотенце. Это самое главное. Иначе будет контент для взрослых уже. Так, друзья, давайте посмотрим на тотемы, где были олени. Я не помню, где они были. Наверное, это были самые первые тотемы. Это птичка... Это не то... Опасность. Так, эту опасность мы пережили. Вот, друзья. Опасность. Реальная опасность. Приближающая опасность. Еще раз посмотрим. Нет, не посмотрим. Эффект бабочки я хотел еще посмотреть. Общая цель здесь обновилась. Мэтт поддержал идею Эмили пойти к вышке. Ну, отлично, отлично. Ну что ж, друзья, мы встречались, были в такой же ситуации совсем недавно с собакой. Я тогда не успел попросту ее ударить, и собака стала другом для Майка. Не знаю, важный это момент в игре или нет. Вот с оленями сейчас, не знаю, они нас вообще окружили, и, возможно, будет очень быстрый QTE. Я уже готовлю свои пальцы, вот сейчас за Сэм мы решим вопрос. О, что-то есть. Нет, ближе что-то есть. Что-то есть ближе. Не выходи, только не выходи. Есть, носок какой-то. Детский сад, одежду сперли. Тот, кто это сделал, пусть не ждет от меня подарка на Рождество. Не смешно вообще. Понятно вам? Сэм, я тебе скажу, ты отделалась с легким испугом, если у тебя сперли только одежду. Потому что маньяк мог тебя уже и прищучить. Ну, пойдемте теперь в дом. Крис? Мать его. У меня уже мурашки побежали. И что мы видим? Не поняла. Какая-то романтическая обстановка. Да, это те самые шарики, которые рисовал маньяк. Для Сэм. Видимо, это он делал для Сэм. Помните, на заставке он рисовал стрелочки на шариках, показывая, куда идти Сэм. Блин, я заблудился. Так, а там была дверь какая-то. Я мог, наверное, в нее войти. Или Сэм могла. Нет, эта дверь постоянно закрыта. Ну что ж, пойдем по шарикам, Сэм. Я, конечно, не рекомендую тебе это делать, но у нас попросту нет выбора. Я готов ко всему. Попробуй не кричать. Огромный массив. Ух ты, сучка ты, ну ё-моё. Вот это да. Обещал же не дергаться.
Сейчас же, возможно, придется делать, нажимать быстро клавиши, я попросту не успею. А здесь еще и часы пробили. Час. Майк, Эмили. Все, это уже чересчур, повеселились. Было смешно, ха-ха. Вот я гуляю в полотенце. Но только, может быть, уже пора заканчивать, ясно? Хватит с вас. Сэм, веди себя потише. Похоже, маньячина хочет ей устроить романтический вечер, завлекая ее к какому-то сюрпризу. Верните мою одежду! Мне что, все выходные в полотенце теперь разгуливать? Выходные отменяются. А на улице не скажешь, что ночь как-то стала светлее. Наверное, луна вышла. Ну да, собственно, луну мы видели. Так, еще один шарик. Что этот маньячина хочет от Сэм? Эшли ему была не нужна. Он ее сразу мог отправить на пилу. Если бы мы не направили пилу на Джоша, то Эшли бы погибла. Так, кстати, вот этот гребаный телевизор... Ух ты, сука! Этот гребаный телевизор, только хотел сказать, давно не включался. И вот он включился. Но больше что-то не хочет. Так. Ух ты, ты-то-то. Так, теперь я буду еще бояться ко всему и телевизоров. Собак боюсь, волков боюсь, оленей боюсь. Ну, вернее, не боюсь, а дергаюсь от них. Теперь вот еще и телевизор. Так, а кто это был? Неужели здесь еще зомби введут в игру? Тогда будет вообще полный комплект, я вам скажу. Я не знаю, пропустил ли я еще здесь улику какую-то или нет, но я, наверное, пойду дальше за шариком. Так, это мы уже видали. Кстати, возле... свечи, уже забыл, как называется этот предмет, находится кровь. Если вы хотели меня напугать, радуйтесь, вам удалось. Вот я сейчас здесь брожу, а мысли у меня там на холме с Мэттом, мать его. Что делать с оленями? Бежать от них? А, топор есть. Ну, я не знаю, их много. Ну, зарублю я одного оленя, а дальше что? Кстати, меня, наверное, выманивают в ту самую оранжерею, которая находится за окнами, или нет? Рогатый. Нет, меня не выманивают за окнами, мне нужно пройти в этот проход, но я все-таки дерну за ручку двери. Или уже не дерну? Да, уже не дерну, я не могу здесь пройти. Кто-то задвинул кресло, маньяк? Или просто это можно обойти? Так, давайте еще проверим дверь, чтобы уже с чистой совестью идти в лапы к маньяку, мать его. Не работает. Скример с телевизора мы пережили. Я-то думал, зачем там висит телевизор еще и с кнопкой, которую можно постоянно нажимать, и ничего из-за этого не происходит. Так, ну что ж, мы в подвале. Сэм-то не знает, что уже здесь как минимум... Нет, двоих человек это Джош и Джесс. Возможно, погиб Майк. Возможно, и нет. Возможно, Мэтта там уже забодали вместе с Эмили. Так, это уже управляю не я, друзья. Приготовились. Куда вы все делись? Ого, как странно. О-о-о. Эй! Ну, ребята, с меня хватит! Слышите? Меня этот ваш игнор совершенно не устраивает! И как это закрылись двери? Привет, Саманта. Ух ты, ёшкин кот. Домашний кинотеатр.
Ищи, не ищи. Это не поможет тебе, Саманта. Ты увидишь только то, что я захочу. А мне есть что показать. Что происходит? Открой глазки. О, Господи! Она красивая, правда? Что она там делает? Как? Вот птичка купается. Зачем? Но знает ли она, что ждет ее впереди? Что это были последние счастливые мгновения ее Зачем жизни? Зачем ты мне это показываешь? Зачем ты смотришь? Джош! Что ты чувствуешь? О боже, что ты сделал? Я дам тебе 10 секунд. 9. Нет, 8. Нет, 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 нет! Все делать. Не надо! Сэм! Нет. Сэм! Нет. Бросим вазу. Давай, 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 я не привык. Не попал. Бесполезно. Так, приготовились. Не знаю, помогло это или нет. Прячемся. Прячемся, мать его нахер. Фонарь, фонарь выключили, да, это мы только что фонарь выключили. Что мы так спрятались охеренно? Замри, замри, не дыши. Сука, да, плохая идея. Ударит ногой, мочи, Сэм. Есть, а теперь бежим, наверное, да? Спрятаться смысла нет? У-ху-ху. Да, ну я и спрятался, посередине комнаты, мать его. Ступенька, ступенька, осторожно. Дальше, 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 дальше. Я весь во внимании. Бежим дальше. Мы уже распрятались, хватит, мать его. Так, он хромает. Это я его, нет? Винный погреб. Это как понять, нет ручки? Попробуем выбить. Хотя, всем это, наверное, не получится. Друзья, мы попали. Прощай, Сэм. Нет, получилось. Ух. Уйди! Давай, давай, мочи. Есть. Ух-ух-ух-ух-ух. Сэм, ты чуть не погибла, ты это знаешь? Мы здесь еще не были, потому что дверь всегда была заперта. И помните, Джордж запрещал нам сюда ходить с вами. Нам бы одежонку какую-то найти. Ух ты! Что за хрень? Камера от... совсем отстой. Вообще нихера не вижу. Так, держим все во внимании, и кнопки, и палец. О, черт, черт. Так, продолжаем бежать. Так, мы получили психопата. Очень жаль. Все, друзья, нас убили. Прощай, Эмили. Это было захватывающе, правда? Молодец. Твоя игра получается очень хорошо. О, столько работы, чтобы найти корень твоих страхов. А ты используешь это знание во зло. Твой великий страх того, что мертво. Ты обратил его против людей, которых тебе просто хотелось помучить. Оно того стоило. Да,
Я так и думал, что на приеме у маньяка. Ой, на приеме у психотерапевта маньяк. Нет! Остановись! Хватит! Что я вам сделал? Ты что несешь-то? О боже, надо убираться отсюда. Не понимаю, что случилось? Маньяк! Бред какой-то. Надо позвать на помощь. Эй! Ребят! Привет, Саманта. Меня ищешь? Нам нужно поискать остальных. Майк и Джесс где-то ублажают друг дружку, а Сэм неизвестно где. Она должна быть в доме. Что тут еще обсуждать? Пошли! Смотри, пожарная вышка. Мэтт, что это? Не знаю. Так, друзья, месть. Здесь почти 15 оленей я насчитал. Сделай что-нибудь. Драться с ними бесполезно. Может убежать? Спокойно. Успокойся. Это я себе сказал. Подумаешь, ну олени. Они просто любопытны. Нет, нет, они хотят нас. Так, 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 что делать? Попробуем найти подсказку какую-то. Пройдите через стадо оленей. Нихера себе. Что-то у нас честность уменьшилась. Я обманул, наверное, Эмили. Так, покажите мне еще тотем. Я не хочу сейчас делать лишних движений. Тотем опасности. Нет. Кстати, Сэм мы, может, не потеряли. Посмотрите, Эшли он заполучил точно так же. А Сэм он усыпил. Уже тоже где-то держит. Друзья, вот они, олени. Это опасность, серьезная опасность, но мы попробуем пройти. Не знаю как. Так, а куда же идти? Ой, они расходятся. Сейчас, если эта истеричка не закричит, то я думаю, все будет хорошо. А я думал, уже все, ну, конец с вами. Иди за мной, блин, истеричка. Нихера себе оленей. Тихо. Эмили, не делай лишних движений. О-оу. Что? Блин, я не успею, мать его. Я не успел его ударить. Не спеши, все хорошо. Просто иди, не бойся. А может, и не надо было бить. Снова я не держал палец на стике, а держал на кнопках QTE. Второе животное я не ударил в этот раз. Ну и, наверное, хорошо, друзья. Сейчас мы посмотрим эффект бабочки. Да, это очень хорошо. Это просто чудесно. Беги или прячься. Сэм попалась. Ну что ж, друзья. Я не знаю, может, надо было прятаться. Я пытался спрятаться сначала, но... Потом почему-то постоянно бежал. Мэтт метовал стадо оленей, Мэтт и Эмили не пострадали. Ну что ж, здесь правильно мы поступили в самозащите. А вот в беги или прячься, друзья, мы с вами потерпели фиаско. Наверное, мы Сэм погубили. Нахер погубили. Ну что ж, друзья, давайте немного отдохнем, сделаем паузу. Сейчас наша парочка идет на пожарную вышку, чтобы вызвать помощь. А там как будет, так будет. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И до встречи в следующей серии. С вами был Дмитрий, канал Shadow Игровые Миры. Пока.